чем вы говорите с собой в музее? Если вы ученый, научный журналист или популяризатор науки, тогда, где бы вы ни были, вы задаетесь теми же вопросами, что и мы. Как Юрий Мильнер, Стивен Хокинг и Илон Маск приводят космос на первые полосы таблоидов? Чем научная этика 21 века отличается от средневековой? И почему античная наука вовсе не наука? Как правильно перевести с языка науки на язык обычных людей? Почему о Большом адронном коллайдере знают все, а о коллайдере Никко почти никто? Почему СМИ по-разному относятся к синтезу бактериального генома и клонированию человека? Почему фотоны можно телепортировать, а человека нет? Противоположны ли искусство и наука? Напротив. Научная коммуникация – это и наука, и искусство. А на том, как говорить и писать о науке, находить общий язык с любой аудиторией. В социальных сетях и СМИ. На фестивале и в музее. Перед залом в 1000 человек. И за чашкой кофе. Искусство оживляет науку.